Приветствую, друзья! С вами Шевченко Александр и канал Академии Счастья. Сегодня поговорим о том, как выйти на новый уровень осознанности. Каждый из нас находится на определенном уровне, и мы это чувствуем. То есть мы чувствуем, что бывает чего-то не хватает, чтобы перейти на следующий уровень и посмотреть как бы со стороны, из более высокого, более осознанного состояния. И каждый человек чувствует, например, что что-то необходимо для того, чтобы перейти на этот уровень. Например, выполнить какое-то действие или что-то понять. Вот. Потому что, когда происходит понимание, то есть новое понимание жизни, как раз и происходит вот эта трансформация. И трансформационный скачок происходит, когда мы что-то понимаем, то есть мы убираем в уме то, что нам мешает это понять, то есть какой-то негативный заряд. И потом происходит понимание, то есть вот такое переосознание, озарение. И вот таких озарений в жизни может быть достаточно большое количество. Вы наверняка замечали, что бывает так, раз вы внезапно что-то понимаете, то, что до этого не знали, не чувствовали. И тут появляется такое доверие жизни, вы начинаете, вы знаете, как действовать. Вот. И когда, например, это происходит, то человек начинает действовать совершенно иначе. То есть не так, как он действовал до этого, а он действует так, как вот совершенно по-новому, исходя из этого понимания. Когда я провожу процессинг, то есть мы как раз целенаправленно смотрим, а в чем же у человека затык, где же, в чем причина всего этого? То есть как сделать так, чтобы сознание поменялось? И это не просто даже исцеление от какой-то одной болезни, или это исцеление в целом, то есть целостность человека. Целостность человека – это сознание, наполненное в гораздо большей степени, чем было до этого. То есть что такое целостный человек? Это неразделенный, да, то есть у него нету таких вот метаний, там, это хочу, это не хочу, буду, не буду. Периодически, да, это появляется, но потом человек вновь восстанавливает свою целостность. То есть целостный человек, он чувствует, как делать правильно. И вот, находясь в этом состоянии, действительно действуешь, исходя из полной осознанности. То есть, что такое полная осознанность? Это состояние гармонии, радости, счастья. Это состояние, когда ты двигаешься, и ты знаешь, куда идешь. То есть, как будто, вот можно сказать, как тебя ведут, как из более высокого уровня осознанности, ведут, помогают двигаться все дальше, глубже. И то есть, ты начинаешь чувствовать, что же это такое, какова жизнь, почему жизнь такая, а не какая-то другая. То есть ты чувствуешь глубину жизни. И вот я, занимаясь процессингом уже на протяжении 20 лет, понял, что первые 20 лет, жизнь я чувствовал в недостаточной степени, то есть достаточно мало, потому что было огромное количество негативного заряда, идущего с детства, с прошлых жизней и так далее. И то есть, когда я понял, что я могу жить иначе, то есть пришел в новое состояние, я начал действовать уже исходя из этого состояния, то есть я начал убирать эти негативные заряды и почувствовал себя и Вселенную гораздо больше, в гораздо большей степени. И то есть это помогло мне понять, кто я такой, куда я двигаюсь и вообще зачем мне все это. То есть я осознал, что эта игра построена на совершенно других принципах, на принципах доброты, гармонии, радости и счастья. И, соответственно, начал это знание распространять среди других людей. То есть создал Академию Счастья, пригласил единомышленников, то есть тех людей, которые хотели бы тоже так же двигаться и трансформироваться. И поэтому я даже сейчас это видео записываю для того, чтобы пригласить вас в Академию Счастья и показать, что исцеление возможно, что это не просто исцеление от какой-то болезни, это духовный путь становления целостности, гармонии, радости и счастья. И на этом пути каждый человек может получить то, что он действительно заслуживает от жизни. То есть заслуживает не в том плане, что он служит, да, а в том плане, что он получает именно то, что ему необходимо. И это тоже очень важный момент, потому что бывает, мы чего-то хотим, но это совершенно не то, что нам нужно. А жизнь, Вселенная, вот в этом состоянии помогает нам трансформироваться и посылает нам именно то, что нужно. И тогда происходит вот эта трансформация, и мы видим, что двигаемся в правильном, верном направлении, в нужном русле. И это очень важный момент, потому что, когда мы это чувствуем, происходит действительная трансформация, действительное изменение. И поэтому, друзья, давайте вместе попробуем, посмотрим, как это происходит. То есть мы каждую сессию, в каждом видео делаем такую небольшую сессию и смотрим, как происходит этот процесс трансформации. То есть наблюдаем за этим. И эти же сессии можно повторять потом,
ежедневно, ну, находясь в своем пространстве дома, и таким образом повышать свой уровень целостности, гармонии и счастья. Вот. Давайте сейчас сделаем такую небольшую сессию. Сядьте в удобном для вас месте или ляжьте, если вам удобнее. Закройте глаза, чтобы ничего вас не отвлекало. И создайте пространство для сессии с помощью своего намерения. Потом создайте себя в этом пространстве, почувствуйте себя в этом пространстве, почувствуйте ваше тело в этом пространстве. И дальше почувствуйте пространство все больше и больше, ощутите его, посмотрите, какое оно, во всем его великолепии, в его радости, какое это пространство. Посмотрите, что есть в этом пространстве. Есть ли там какие-то рамки, ограничения, что-то, что разделяет это пространство, что-то, что мешает вам быть целостным, или что-то, что мешает перейти на новый уровень осознанности, понимания. И дальше, когда вы это почувствовали, посмотрите глубже в это, откуда оно пришло, как оно сформировалось. То есть, если в обычной жизни вы, может быть, не замечаете этого, посмотрите сейчас глубже, откуда это пришло, как сформировалось. И дайте возможность этому рассоздаться. То есть, имеется в виду, вы смотрите на это и смотрите до тех пор, пока это не исчезнет. То есть, самое главное, смотреть так же, как в тот момент, когда это было создано. Вот это очень важный и тонкий момент. Так же, как это было создано именно в том времени пространстве. И вот именно тогда происходит воспроизведение как есть, и это исчезает. То есть это не что-то эзотерическое или что-то такое волшебное, хотя это кажется как волшебство, но это действительно то, что помогает вам смотреть как есть, воспринимать это и убирать негативный заряд. Это то, что приводит к трансформации и увеличению уровня осознанности, гармонии, радости и счастья. И вот именно в этом цель. То есть цель – это убрать этот негативный заряд, посмотреть, что сдерживает, что разделяет пространство. Поэтому будьте открыты ко всему, что приходит, двигайтесь глубже и глубже, пока вы полностью не уберете этот заряд и не рассмотрите его как есть. Вот когда вы почувствуете, что ваше пространство стало более целостным, более наполненным, то есть вот эти рамки ушли, которые мешали ему, это уже и есть один переход на новый уровень. Потом также можно двигаться дальше. То есть находя следующую грань, которая мешает, разделяет вас на части. И потом двигаться вот так дальше, то есть убирая уровень за уровнем и двигаясь все к большей полноте, к большему счастью. Такие же вещи происходят в процессинге, когда я помогаю человеку двигаться глубже, глубже, находить те случаи, те моменты, которые его сдерживают, которые мешают ему и которые, ну, по сути, ставят человека в рамки и делают из него какой-то механизм. Ну, я помогаю человеку стать свободным, радостным и счастливым. И самое главное – исцелиться от всех сдерживающих факторов, которые ему мешают. Поэтому вы можете этой сессии продолжать делать на ежедневной основе, то есть в любое время, которое будет для вас оптимальным, то есть и, соответственно, можно самостоятельно делать, либо проводить сессии друг другу. Вот если что-то, допустим, непонятно или есть какие-то сложности в том, чтобы урегулировать состояние, вы можете всегда написать мне или позвонить, и мы проведем бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее, как применяется эта практика, и помогу вам пройти через нее. Вот, потом при желании мы сделаем сессию, где вы посмотрите в действительности, как это работает, и сможете гораздо лучше применять это в своей жизни. Вот. На этом мы завершаем эту практику. Если у вас появились какие-то вопросы, напишите мне. Все мои контакты будут указаны под этим видео в описании. Также, конечно, читайте само описание. Там более полно я раскрываю суть видео и рассказываю некоторые моменты, которые не упомянул в самом видео. Вот. Если видео вам понравилось, было полезным, приятным, то, конечно, ставьте отметку «нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйте друзья в соцсетях, включите колокольчик для напоминания о новых видео, они выходят на моем канале ежедневно. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями, которым, я тоже уверен, будет интересно посмотреть это видео. Потому что в каждом видео я рассказываю что-то новое, хотя есть общая канва, общая взаимосвязь, это улучшение качества жизни, исцеление. Но в то же время в каждом видео есть определенные вещи, которые я рассказываю новые. Поэтому смотрите каждое видео, в котором будет новая изюминка и что-то совершенно такое приятное и, самое главное, полезное, исцеляющее. Вот. На этом, друзья, мы будем на сегодня заканчивать. Сейчас на экране у вас появились мои видео тоже, как исцелить судьбу, как избавиться от негативного заряда, мой сайт и подписка на канал.
Заходите на сайт, подписывайтесь и смотрите эти видео. Напомню, меня зовут Шевченко Александр, это канал Академии Счастья. Мы увидимся с вами совсем скоро в следующем видео. До скорой встречи!